Всем привет, Лига Чемпионов. Спортинг принимает Боруссию Дортмунд. В Боруссии сейчас очень сложная ситуация, положение, и в этом матче по сути разыгрывается путевка в 1/8 Лиги Чемпионов. Либо Спортинг, либо Боруссия дальше. Вот, и отступать уже некуда. Первый матч очень был сложным. Там примерно равная борьба была, и по сути один мяч решил как бы исход встречи, и Шмели выиграли вот, в первом тайме еще. Ну, Боруссия сейчас по-прежнему проблемы с составом, именно в атаке, в нападении из трех снайперов остался только Ройс, Холм выбыл, Азар тоже заболел, и играть, в принципе, забивать особо некому. Полузащиты только если. Вот. Спортинг сейчас тоже особо статистика не блещет, где-то в среднем забивают всего полтора мяча. А у Боруссии тоже сейчас вот последние 5 если игр брать, тоже они где-то забивают, ну, в среднем где-то 2 мяча максимум. Возможно, повторение, в принципе, первого матча, где тоже был очень немного моментов и тоже мало голов было. Поэтому буду отталкиваться из-за того, что будет матч низовой, поэтому возьмем такой коэффициент. 1.6 дают за тотал меньше 3. Общий тотал. Либо можно рискнуть еще фора 2-0, что Боруссия, в принципе, не пропустит. Может быть, где-то 0-0 будет или 1-1. Но что там дают за фору второго 2-0, дают 2-16 коэффициент. Неплохо. Вот. Следующий матч у нас это Брюгге и РБ Лейпциг. Ну, у Лейпцига остались шансы только за Лигу Европы. Вот. А у Брюгге еще есть теоретические шансы за Лигу Чемпионов побороться. Ну, там ПСЖ на втором месте, поэтому очень сложно будет. Ну что ждать от этого матча? Тут, в принципе, команды такие, что они больше пропускают, чем забивают. Ну, Лейпциг должен хотя бы одну игру выиграть, и им как-то все не везет. То с ПСЖ 2-2 там, в принципе, играли неплохо, и с Брюгге даже хорошо играли, и имели преимущество игровое и по моментам, но что-то не смогли. Первый гол забили, два им потом отыгрались, и не смогли они отыграться. Хотя бы на ничью, поэтому сейчас вот все на последний матч оставили. Я думаю, что терять командам нечего и, в принципе, должны показать игру, что та и что другая команда. И я думаю, что матч, возможно, даже будет какой-то верховой, там, фаворит. Тут даже трудно представить, кто может быть, любая команда. Думаю, что Лейпциг побежит вперед, там, будет стараться забить и может пропустить тоже парочку там или наоборот. Поэтому ставим тупо на тотал больше 2.5. Коэффициент дают 1.72. Можно, конечно, рискнуть на Total 3 больше, там коэффициент 2.06, но это уже такой, есть риск, что 4-5 мячей его уже могут и не забить. Вот. А так 2.5 Total это как бы самый такой оптимальный вариант. Так что болеем за наших, смотрим футбол.